Вот и пришло время, дорогие друзья, перейти к финалу нашего фотомарафона. Мы с Женей тут трудились, старались, пересматривали миллион раз все ваши шедевры. Мы, ладно, трудились. Наши телезрители потрудились и создали свои фотошедевры, фотопроекты на основе четырех стихий. Давайте посмотрим быстро, какие фотографии у нас есть, какие пришли. Вот это первые снимки здесь... Это тоже было, это самое раннее. Все учтено. И мы с Женей очень хорошо понимаем, что на самом деле задание достаточно сложное. Очень сложное. Мы не ожидали, что будет столько работ. Но вы молодцы. Молодцы, что участвуете, просыпаетесь и не ленитесь делать такие фотографии. И победителем мы решили признать работу, которая объединила четыре стихии. Вот. Огонь, воду и... Ветер, воздух, точнее, в образе фена. Все понятно. И земля здесь тоже есть. Все со стикерами, все подписано, все объяснено правильно. Кристина Приходько побеждает в нашем фотомарафоне. Автор вот этого снимка вам напишет, как забрать сувенир.